новым становится реализация программ среднего профессионального образования. Поэтому здесь у нас присутствует заместитель начальника отдела по... ...у вас могут возникать. Переоформить, я имею в виду, включаем образовательные программы, покодайте, все, что касается организации образовательного процесса. Да? То есть к одному образовательному учреждению. Первое, что вы видите. Итак, причина реализации. Итак, учащимся согласно их заявлению. Второе, на что необходимо обратить внимание для наших абитуриентов, когда они будут поступать, это какие-то новые программы, которые были введены в образовательных учреждениях, пролицензированы, и, соответственно, они будут, на них будет осуществляться прием с 1 сентября. Уже вот несколько раз проводим в здании жителей, то есть это государственные коды, государственные компетенции, которые в большей степени лежит ответственность по организации. И правила приема, да, и государственные итоговые тесты. Адрес подразумевает. Если вы вдруг ранее никогда не были эти адреса у вас, ну представьте.